Самый главный враг медитирующего — это сон. Но некоторые говорят: «Нет, Садхгуру, не сон, главный враг — телефон». Это смесь из трех волшебных тропических фруктов. Если принимать ее, она очистит вашу систему. Это настоящее чудо. Лимфатическая система — это то, что управляет жидкостями в теле, не дает развиваться чужеродным организмам, которые могут навредить вашей системе. Также она занимается травмами, воспалениями и прочим. Травмы — это не только физические повреждения. Возникают воспаления на клеточном уровне, которые нужно постоянно контролировать и устранять. Также лимфа выводит все клеточные отходы тела, потому что если позволить им накопиться, они становятся токсичными. Также она борется с раковыми клетками, поэтому лимфатическая система очень важна для нашего здоровья, но в особенности для поддержания жизненного тонуса. Лимфатическая система должна работать как надо. Среди органов лимфатической системы самый важный — это селезенка. Затем идут другие органы, которые у вас, возможно, удалены. У вас остались гланды? Остались или нет? А аппендикс остался или нет? Сегодня медики не практикуют этого, но в моем детстве нам говорили, что это стандартная процедура. В возрасте 13-14 лет вам просто удаляют гланды. Среди всех моих братьев и сестер я был единственным, кому не удалили гланды. Людям просто удаляли гланды, удаляли аппендикс. Скажем, вам проводят операцию с другой целью, и при этом заодно удаляют аппендикс. Это была стандартная процедура. К счастью, сегодня так уже не делают. Все эти органы управляют лимфатической системой. Поддерживать ее в хорошем состоянии очень важно для того, чтобы ощущать себя энергичным. В противном случае... даже сами не замечая, вы будете как больная курица. Если я попрошу вас медитировать, вы закроете глаза и... Да. Поэтому, если человек хочет сидеть с закрытыми глазами и оставаться бодрым, очень важно поддерживать тело на определенном уровне энергичности. Для этого нужно, чтобы выделительная система работала хорошо. Потому что самый главный враг медитирующего — это сон. Некоторые скажут: «Нет, Садхгуру, не сон. Главный враг — это телефон». Я хочу медитировать, но... это другая проблема. Однако внутри этой системы самый главный враг для тех, кто хочет медитировать в течение длительного времени — это сон. Чтобы держать глаза закрытыми и оставаться активным и бодрствующим, очень важно, чтобы ваш лимфатический процесс происходил активно, чтобы в теле происходило необходимое очищение. Вот почему утренняя садхана так важна. Особенно если вы практикуете хатха-йогу, сурья-крию, шакти-чалана-крию, ваша лимфатическая система активизируется. Садхана об этом позаботится. Если вам меньше 45-50 лет, садхана будет вполне достаточно. Она позаботится почти обо всем. Но если вы начали выполнять садхану позже, уже в пенсионном возрасте, тогда может понадобиться дополнительная помощь. Убедитесь, что вы выпиваете немного больше воды, чем тот объем, который требуется, чтобы утолить жажду. Немного больше. Может быть, на 20-25% больше. Как мне узнать, что я пью достаточно воды? Если вы не принимаете никаких медикаментов или других веществ и выпиваете достаточно воды, ваша моча будет выглядеть как вода. Она будет бесцветной.
Если вы не принимаете никаких медикаментов, в моче не должно быть цвета, она должна быть как вода. Если это не так, значит, вы выпиваете недостаточное количество воды. Это важно. Очень важно, чтобы жидкости в теле хорошо регулировались, потому что эти жидкости должны циркулировать и выводить все загрязнения. Ежедневная работа тела создает много отходов, очень много загрязнений, которые должны эффективно выводиться. Если этого не происходит, если вам меньше 35-40 лет, это должно происходить. Вы просто должны просыпаться немного раньше и выполнять больше садханы. Но в противном случае есть средство, которое называется трифала. Это три волшебных тропических фрукта. Если смешать их в нужных пропорциях и принимать с небольшим количеством воды или ложкой молока или еще чего-нибудь, например, меда, произойдет очищение системы. Это настоящее чудо. Я не принимаю таких вещей, но мне сказали, что трифала, которая продается здесь, в магазине Ишалайф, очень хорошая. Она должна быть хорошей. Попробуйте и убедитесь сами. Или же попробуйте трифал откуда-то еще, но вы увидите, что трифал творит чудеса. Ваша лимфатическая система активизируется.